Так же и с творчеством. Вот все время в культуре есть и ценность его, и легкость его, угу. да? Что вот, ну, сели, написали роман, так это замечательно, все это сразу взяли и издали, там куча, значит, поклонников сразу появилась. Так тоже не происходит. И когда мы начинаем смотреть на, не на вот эти романтические фантазии, а выносим на факт-карту фактические дела, которые мы должны сделать, то внутренняя готовность и желание, значит, следовать за этой синей птицей счастья, крылатого успеха, значит, навеянного культуры, резко снижается.